Добрый вечер. 2 июня 2019 год. Сейчас, пока ехал, послушал ролик от Дмитрия Потапенко. Называется «Рейтинг Путина 2019. Дмитрий Потапенко». Да, канал Дмитрия Потапенко. И там на 15-й минуте, где-то после по тайм-коду 14.45, что-то такое, там прозвучал вопрос о том, что там ничего не изменится, потому что нашей страной управляет там ООН, США и так далее, да, и, соответственно, прослушайте ответ Потапенко. А я вам скажу свою версию, да, почему мы не можем, почему мы не можем где-то менять власть, там, например, в Буркина-Фасо, а не можем мы это менять по той же самой причине, что наша страна на данном этапе является колонией. Чьей колонии? Ответьте себе сами, да, но вы просто проанализируйте ситуацию и какие процессы у нас происходят, да, и какими характеристиками обычно обладает колония, да, то есть какой-нибудь другой метрополии. А Буркина-Фасо мы какой-нибудь не можем захватить по той простой причине, что это Буркина-Фасо условное уже захвачено той самой метрополией, там сидят другие вассалы. И никакая метрополия добровольно не позволит одной колонии захватывать другую колонию. И вот эти вот фантазии о том, что мы можем, потому что мы такие большие нефтеносные, да, мы могли. Да, возможно, если нам удастся выйти из колониального правления, в котором мы находимся, но о котором все боятся говорить, тогда, возможно, что-то опять начнет меняться, да, и тогда, возможно, вот эта новая Россия будущего или как-то там, да, если у нее там будут такие какие-то амбиции, она сможет менять президентов где-то, еще там что-то, и диктовать именно мировую политику. Но никогда никакая колония, когда она находилась колонией, не могла диктовать мировую политику. А кому мы сейчас можем диктовать какие-то свои условия? Назовите мне, пожалуйста, такие страны или еще что-то, да? То есть и с кем, собственно, по телевизору у нас ведется борьба. Ну, попробуйте назвать эти страны, да, то есть в самом деле. И тогда, возможно, вы пересмотрите ответ на тот вопрос, который дал Потапенко. Ну, а всем рекомендую, в принципе, посмотреть канал, потому что канал у него интересный. Там есть о чем подумать, есть что обсудить. Но на эту тему я считаю, вот такое вот мое личное оценочное суждение, что это именно так. Именно по этой причине у нас нету нормальных выборов, нету у нас нормальной судейской системы. Именно поэтому у нас совершенно спокойно можно там в ШИЭСе происходить таким событием, да. То есть именно поэтому у нас придуман муниципальный фильтр. Именно поэтому у нас такие налоги, такие цены на бензин и все в совокупности. Именно потому, что по признакам мы являемся колонией. И не важно, что рассказывают с экрана телевизора о какой-то скрепности и так далее, да? То есть вы просто возьмите и просто откройте какой-нибудь учебник, в котором будет написано свойства колонии и свойства метрополий. И все, возможно, станет скорее уже на свои места у людей. Да. Ну и, как обычно, пока еще шанс мирно и законно решить судьбу нашей страны. Он есть, но для этого люди
не должны сидеть дома, а должны воспользоваться своим правом гражданина этой страны. Тогда и колониальное правление будет невозможно. Ну, а остальным всего хорошего.